Меня зовут Чак Хершбейс. Я писал эстрадные песни, я был телепродюсером. И плюс ко всему, я убил 33 человека. Я ходила сегодня к гадалке, и она сказала, что тебя ждет очень большой успех. Хорошенькая девушка. Задает трем красивым парням вопросы и выбирает одного для свидания. Вот и все. Все шоу. Его будущее туманно. Жалко твое шоу. Что с тобой? Я хочу развлекать людей. За каждым его шагом следят. Нужна твоя помощь. Я работаю в службе дипломатической безопасности. Что, ЦРУ какой-нибудь? Тебе это интересно? Я могу научить вас 30 разным способам убить человека, мистер Бейс. Удар ребром ладони по кадыку противника! Я! Мистер Голдберг! В эфире гонг-шоу! Это идеальное прикрытие. Днем телепродюсер, ночью агент ЦРУ. Считай, что это хобби. Способ расслабиться. Данкишон! Я Чак. Держи, Чак. Я приятно удивлена. Не похож на других убийц. Когда ведешь двойную жизнь, легко забыть, на какой ты стороне. Эй, привет! Привет! Патрисия, как ты меня нашла? Ты что, шутишь? Я зарабатываю этим на жизнь. Что значит, она зарабатывает этим на Для жизнь? Для меня покойник. Ты хочешь, чтобы я была рядом? Все очень запутано, Пенни. Ты работаешь на меня, и выхода для тебя нет. Мы посвятили тебя во все. Дрю Бэрримор, Джордж Клуни, Джулия Робертс и Сэм Роквелл в роли Чака Барриса. Тебе не надоело прятаться? Кто-то переметнулся в другой лагерь. Все кончено, тебе конец. Ты покойник. Некоторые подробности лучше оставлять под грифом «Секретно». Признание опасного человека. Смотрите на экранах страны.